В данном видеоуроке я расскажу в целом о сервисе паблики 1.0, как его можно использовать, для чего он предназначен. Сервис паблики 1.0 включает в себя несколько подсервисов. В данный момент это поиск пабликов, поиск постов и еще разрабатываемый сервис автообмена. Первый сервис, поиск пабликов, это по сути поиск рекламных площадок среди сообществ ВКонтакте. Этот сервис полезен для интернет-магазинов, к примеру, которые хотят рекламироваться в пабликах ВКонтакте, для других пабликов, которые хотят купить рекламу для развития своего сообщества и так далее, для любых других видов бизнеса, которым требуется реклама ВКонтакте. Поиск пабликов происходит по различным параметрам, а также можно отсортировать найденные паблики также по различным параметрам. Подробнее расскажу в соответствующем видеоуроке. Сервис поиска постов. Этот сервис предназначен для поиска интересного, качественного, рейтингового контента для вашего новостного ресурса, для вашего там сообщества ВКонтакте, паблика ВКонтакте или, там, пожалуйста, для вашего сайта в том числе или любого другого новостного ресурса. Поиск контента происходит среди заданных вами пабликов, то есть сначала необходимо совершить необходимые настройки, сделать необходимые настройки, и после этого вы сможете искать паблики среди указанных вами источников по различным параметрам. Аудио, видео, текстовые списки, заметки и так далее. А также вы сможете сортировать найденные посты по различным параметрам. Популярности, репосты, лайки, вирусность, носитель интересности и так далее. Подробнее расскажу в соответствующем видеоуроке. Третий сервис в рамках сервиса паблики 1.0 – сервис автообменов. Сейчас он еще разрабатывается, но в скором времени он будет запущен. Этот сервис предназначен для пабликов ВКонтакте, которые занимаются обменами с пабликами-партнерами. Обмены нацелены на то, чтобы раскручивать ваше сообщество на партнерских началах. То есть вы не платите деньги партнерам, а партнер ставит пост со ссылкой на вас, а вы ставите пост со ссылкой на вашего партнера. Этим занимаются все профессиональные, ну, практически все профессиональные паблики ВКонтакте. И это очень хорошо помогает им раскручиваться, не вкладывая дополнительных средств. Но в данный момент это все происходит вручную, и администраторам приходится выполнять очень много муторной работы. Нужно найти паблики-партнеры, нужно с ними договориться, нужно договориться о времени, нужно договориться об условиях. Нужно прислать пост, нужно запланировать выход каждого поста, каждого обменного поста. Нужно, если вы отслеживаете добросовестность, то есть если вы отслеживаете выполняемость условий, то есть размещен ли, был ли размещен пост вашего партнера у вас в паблике нужное время на первом месте, был ли размещен ваш обменный пост у вашего партнера на первом месте необходимое время и так далее. Это все занимает очень много времени, это очень муторная работа. Особенно учитывая то, что таких партнеров, как правило, много. Разрабатываемый же мной сервис автообменов позволит все это выполнять в автоматическом режиме. Вам ни о чем не придется заботиться. Единственное, что вам придется сделать, это сказать, что да, я хочу, чтобы мой такой-то паблик участвовал в автообменах. Задаете пост, текст, картинку, ну, при необходимости задаете различные другие параметры, и все, дальше система все делает за вас. Она ищет по необходимым параметрам паблики партнеры, она сама отслеживает выполнение условий, в общем, все делает за вас. Таким образом, вам ни о чем не приходится заботиться. Единственное, может быть, внести какие-то корректировки в работу самой системы, там, убрать какие-то посты, если они вас не устраивают, от у пабликов-партнеров.
и так далее. А так в целом система делает все за вас. В скором времени этот сервис заработает, поэтому следим за новостями. В целом это все по работе с пабликами 1.0. Более подробно в следующих видеоуроках.